Друзья, всем привет! Это Дани, мы у музея Лего, Брикстар в Неглиной галерее, и это Брикстар Шоу. Шоу, в котором вы узнаете лучшее о Лего. Новости, обзоры, самоделки, все как вы любите, но по-новому. Погнали! Друзья, пройдемся по самым интересным новостям. Первое, это серии Ниндзяго и Фрэндс получат перезапуски. Мы ждем их в 2023 году и уже увидели изображение наборов Фрэндс. Как по мне, большие наборчики получились довольно неплохими. Также теперь наборы Лего будут укомплектованы бумажными пакетиками. Это что-то, конечно, очень необычное, но, как по мне, изображения довольно неплохие. Следующий факт. Новый коллекционный Халкбастер из 4049 деталей. Как по мне, он получился, не супер крутым. Все-таки немножко он чем-то меня отталкивает. Но то, что в него можно поместить большую фигуру Железного Человека, как по мне, супер. Также мы увидели изображение нового набора LEGO Ideas – настольный футбол. Да, в игровом центре Brickstar Depot вы тоже можете поиграть с LEGO и с настольным футболом, но здесь он сделан прямо из конструктора. Очень круто и интересно. Также, друзья, в честь Хэллоуина компания LEGO сделала самоделку, посвященную дому с привидениями в формате настоящего компьютера. Это что-то нестандартное и необычное. Можете посмотреть, на мой взгляд, очень прикольно. Это рубрика LEGO Shorts в музее Брикстар в Неглиной галерее. И у нас здесь мистер Голд Кирилл. Опять! Фигурка за миллион! Друзья, мы переходим к рубрике «Ответы на вопросы». Сегодня я взял 3 ваших вопроса. Первый задал Мега Брос. Сколько всего наборов в музее Брикстар? Друзья, у нас более 1500 наборов, и наша коллекция постоянно пополняется. И я вам более того скажу, друзья, мы регулярно меняем экспозицию, поэтому кто у нас был, имеет смысл возвращаться. Следующий вопрос от Егора Косолапова. Когда в музее появится новый замок? Замок, созданный к юбилею, с более 4000 деталей. Ребята, я думаю, в ноябре он появится. Он определенно займет место в каком-то красивом кубе и, возможно, будет находиться в нашей галерее «Мозаик». И третий вопрос от Ивана Смолянинова. Сложно ли было содержать и закупать наборы в музей, создавая игровой центр Brickstar в депо? Да, друзья, 2 процесса шли параллельно. Это расширение музея в Неглиной и создание игрового центра в депо. Было довольно сложно и с разных сторон, абсолютно начиная от времени, заканчивая то, что оба процесса, соответственно, требуют довольно крутых финансовых вложений, но все получилось, ребята. Поэтому Футмол Депо, самый большой футмол Европы, у нас можно взаимодействовать с самым дорогим и крутым Лего, а в музее в Неглиной смотреть на самую крутую и дорогую коллекцию Лего. В итоге все есть, все хорошо. Рубрика «Обзор новинки», друзья. Сегодня у нас «Побег Тирекса», 1212 деталей, коллекционный набор, посвященный легендарному фильму «Парк юрского периода». Набор состоит из 3 частей, мы начинаем с машины. Внутри главные герои из фильма. Я отмечаю Алана Гранта. Сейчас вы видите эти фигурки, и в этот же момент, друзья, я хочу отметить, что наклеечек на самом деле много для коллекционного набора. В то же время сам дизайн сохранен, и если мы посмотрим на эту же модель в популярнейших фильмах, то да, друзья, конечно, данный, скажем так, аттракцион получился похожим. И сзади у нас есть багажник с аксессуарами для главных героев. Вот такой Форд. Друзья, вот и тиранозавр Рекс. Скажу так, это сборная модель. И здесь есть 2 типа людей. Первый, кто любит именно динозавров, которые состоят из пары деталей, такие макси-фигуры. Ну а кто-то любит именно сборную такую историю. Здесь можно сказать, во-первых, что у него двигается голова, двигается, соответственно, пасть, челюсти открываются, у него лапки задние, передние. И, в принципе, да, друзья, модель получилась супер подвижной. Даже отмечу, что вот видите, хвост сгибается в нескольких местах. Мне, честно, больше по душе обычные стандартные динозавры. Но здесь, видимо, концепция предполагала именно такую версию. Далее мы переходим к основной части комплекта. Это платформа. Здесь, во-первых, можно отметить популярную цитату. Более того, есть тот самый, скажем так, трос, рельса, которая как раз будет тянуть данные транспортные средства. И одно из них уже пострадало после атаки тиранозавра Рекса. Кстати, вы видите, что они безумно похожи, только этой не повезло, и она
осталась без крыши. Кстати, ландшафт. Ландшафт здесь все равно разноуровневый. Есть и немножко водички, есть и какие-то бежевые вставки. Ну и также можно отметить, конечно же, пострадавший забор, за которым много растительности. Также, видите, все это сгибается. В общем, тираннозавр у нас перелез. Вау, друзья, вот таким образом мы его сюда с вами установили. Он разъярен и готовится нападать на героев. Так, друзья, и выглядит набор по своей первоначальной задумке. Друзья, следующая рубрика — это факты о музее Брикстар. Мы, конечно, обновляем нашу экспозицию постоянно, добавляем что-то новое. Первый факт — это мистер Голд. Стоимость такого достигает 1 миллион рублей, теперь он есть в нашей экспозиции, и на весь мир таких 5 тысяч. Здорово, друзья, приходите и смотрите на него вживую. Друзья, да, у нас теперь еще и в ночном режиме, помимо города, светится Эйфелева башня. Как по мне, это супер, и если в Париже вас могут оштрафовать за съемку ее в этот момент, то у нас, конечно, нет. Третий факт, ребята, у нас теперь есть стенд, посвященный довольно стареньким поездам. Подходите и используйте джедайскую силу, чтобы увидеть, как включается подсветка, катается небольшой краник и также издается звук. Очень необычный, между прочим, оригинальный Лего-стенд. Вау! В рубрике Лего Факт сегодня у нас полибэк из Лего Хауса. Детали сделаны именно там, здесь их 6. И для того, чтобы собрать все комбинации, а их, между прочим, миллиард, вам потребуется 290 лет. Поэтому вперед, принимайте челлендж. Первое Лего, следующая рубрика, друзья. Покажу вам вот такую кошку. Выпускали ее, представляете, в 40-х годах. Да, друзья, мы помним, что Лего раньше было деревянным. Также были доски для глажки. Это, конечно, уникальный экспонат, который мы доставали с аукциона. Вы видите, что у нее вращаются колесики. Также есть красивый бантик. И здорово, что краска сохранилась. Качество на века. Рубрика «Лего разочарование». Друзья, со следующего года в России не будут продавать Лего-журналы. У нас в Брикстаре их большой выбор, ребята, и Hidden Sight, и Ниндзяго, и Nexo Knights. Жалко, если журналы уйдут, потому что это очень крутая тема, и это тот вариант, когда можно достаточно экономно пополнить свою коллекцию редкими фигурками. Да, может, их можно будет привезти из-за границы, но уж точно не на русском языке. Кто хотел почитать, блин, облом. Рубрика «Ассортимент» магазина Brickstar. Показываю вам интересные наборы, вы их изучаете и смотрите. В том числе, ребята, и Bionicle 2003 года. Пожалуйста, «Черепашки-ниндзя», «Ниндзяго», это «Храм света», «Дар судьбы» 15 года, «Дар судьбы» 12 года, «Ниндроид дракон» 13 года, «Дракон Морро». Ребята, настоящий эксклюзив, спиннеры и даже Лего Студио, вау. И рубрика «Конкурс». Ребята, что можно выиграть? Крутейший набор, коллекционный Sanctum Sanctorum по Marvel. Один из моих любимых наборов. А чтобы его выиграть, нужно просто быть подписанным на Telegram Brickstar. Когда там будет нужное количество подписчиков, все узнаете по ссылке в профиле, мы, соответственно, выберем победителя. Ребята, все очень просто, участвуйте. Ребята, я жду ваше мнение в комментариях. Как вам новое шоу? Мне кажется, мы круто прошлись по Лего-новостям, самоделкам и прочему. Пишите в комментариях, продолжать ли, поддерживайте канал и приходите в музей Брикстар. Удачи, пока!